Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон. И, как вы уже видели, две части костюма. Да, это диадрический какой-то костюм, как мне подсказали. Да, то есть там может быть любой демон, как-то его называют. Да. А это броня. Как мне объяснили, это броня. Ну, я не силен в Скайриме, я не играл в Скайрим, поэтому... Я соглашаюсь, что это броня для каких-то существ, да? Хорошо, вот мы эту броню строим. Шлем мы сделали, да? Но проблемка в том, что я посмотрел, мне просто глины не хватит, и печки. Он будет вот такой здоровый, то есть и вот такие плечи, да, там руки еще там и так далее. То есть... И по материалам потребует очень много, поэтому я решил сделать поменьше, но заодно отработать технологию, каким образом я буду потом этот косплей лепить из какого-то там материала, который потом посмотрим. Кстати, заказчик сегодня смотрел с утра, очень понравилось, поэтому можем спокойно продолжать. Ну, давайте не будем откладывать дальний ящик. Поехали! Так как конкретная цель моего моделинга состоит не в самом моделинге, то есть, а в создании выкройки, скажем так, для косплея, то вот вылепив бюст, я сейчас его запеку, и мы начнем здесь рисовать подходящие детали. Начнем с ворота. Ну и тут же будем их тоже запекать и крепить.
с помощью клеевого пистолета в этот раз. Итак, в печку, мой дорогой друг. Я вот раскатал красную глину и делаю основу, на чем будет держаться передний панцирь. Таким образом можно будет легко выяснить, что зачем следует. То есть эта основа, она будет со второй стыковаться. Здесь будут липучки. Естественно, я ничем не смазываю, потом можно было это снять. Возможно, если мы будем пользоваться воблой, то тогда, в общем-то, можно также изогнуть ее, склеить с помощью полимерной. О, вернее, пистолетика. Так, я вот смотрю, вот здесь я пролетел. Надо добавить и опять соединить. Так, ну вот теперь я сделал две скорлупки. Сейчас это потихоньку еще откроем. Потому что пока она свежая, еще есть опасность, что она может переломиться, что нежелательно. Поэтому, оп, вот я сказал об этом. Вот она. Поспешил, людей насмешил. С этой я более аккуратно обошелся, но ничего, запечу потом. Не проблема. Соединим еще раз. Может быть, мало она в печке полежала. Ну, короче, вот так, хорошо. Это мы отправим еще раз запекаться. А с этой уже можно попробовать воротничок поделать. Черного у меня нет, поэтому я смешал все, какие были. Сделал такую темно-темно-серую. Сейчас. Нет.
большевато. Моя идея заключается в том, чтобы она вот здесь была на липучке. Здесь оно стыковалось. То есть вот это место надо сделать так, чтобы оно прилипало, так не пойдет. Ну, я говорю, это сейчас метод проб ошибок. По-другому не получится. Давайте я вам покажу, когда я уже сделаю. Но принцип тот же самый. То есть только размеры. Определяем размеры, которые хотим. Right. Это важно, чтобы она здесь прилипла. Поэтому, наверное, придется это дело на клей сажать. Ну, сделаем сейчас.
Ну вот, в принципе, то получилось, что я и планировал. Сейчас, секундочку, подровняю чуть-чуть. То есть, вот эта часть с раскрывающейся горловиной. Берем человека, открываем горловину, загоняем его туда. Здесь закрываем на заклепочки или на какие-то липучки. На липучки, наверное, вот здесь закрываем. Так, сзади ставим еще один. И вот здесь тоже скрепляем липучками. И тогда у нас получается такой правильный подход. Чудно.